Приветствую вас. Я бы хотел начать с того, что сказать, что да, можно. Можно избавиться от состояния без медикаментов, но для этого вам необходима регулярная терапия, регулярное посещение значит, сеансов психологической работы. И вы знаете, я бы рекомендовал вам, знаете, экзистенциальную терапию, да, то есть терапию бытия, в которой вы бы научились бы лучше, правильнее, яснее понимать мир, понимать его устройство. Экзистенциальная терапия используется как раз таки в случаях, когда человек начинает испытывать страх смерти, как вы, собственно. И экзистенциальная терапия, она, ну, просто то, что лучше всего вам подойдет. Далее, значит, вы пишете, что у вас есть тревожность. Я думаю, что тревожность это у вас не сколько побочный эффект от страха смерти, сколько, ну, опять же, это опять же мое мнение. Значит, мне кажется, что у вас тревожность связана с тем, что вы просто не можете регулировать и корректировать свое поведение, ну, в соответствии с изменяющимися обстоятельствами в жизни. То есть, я думаю, что с тревожностью тоже можно работать. С тревожностью можно и даже нужно работать. Поэтому весь вопрос в том, насколько вы готовы это делать, весь вопрос в том, хотите ли вы это делать, весь вопрос в том, нужно ли вам это на самом деле, потому что эта работа довольно серьезная, И поэтому я рекомендовал бы вам выбрать эксперта на нашем ресурсе, посмотреть, как эксперт работает, посмотреть на его результаты работы, на его подход к работе. И, соответственно, как раз-таки, если вам понравится, как человек работает, да, то, соответственно, с ним тогда уже
продолжать, значит, заниматься терапией. Я думаю, что именно так вот вам нужно будет поступить. Но, как вам уже сказала моя коллега, лучше будет, если все-таки данное действие будет согласовано с вашим психотерапевтом, я имею в виду действия, связанные с безмедикаментозным лечением, потому что психотерапевт ваш может быть другого мнения на этот счет, и его мнение нужно все-таки учитывать. Вот. Но в остальном, да, в остальном это возможно вполне. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку. Помогу вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.